Смотрите, есть такой рояль в кустах, у нас тоже есть подарок, я покажу. Вот такая замечательная футболочка, дизайнер Сергей Белый, автор вот этой ставшей уже знаменитой рыбки из Днепра, вот видно, да? В единственном экземпляре такая футболочка, презентована нашей программе. Давайте послушаем комментарий автора, а потом расскажем, что мы будем делать с этой футболочкой. Я его с детства называл так. Сколько себя помню, я и мои друзья, мы называли его только Днепр. И вот возникла такая вещь, да. Тут даже нет особого двойного смысла, тут просто ирония такая, да. Мы живем в Днепре, и даже по-английски звучит гораздо лучше. И логотипы делать, конечно же, комфортнее и аккуратнее, когда это звучит просто Днепр. Странно и непонятно, почему люди не уловили иронию, а решили, что я действительно рыба, и я живу в Днепре. Ну и ладно, это даже забавнее. Вот хочу подарить эту футболку программе «Доживем до понедельника» и самому юмористично-ироничному человеку нашего города, Евгению Гендину, который является юмористическим авторитетом нашего Днепра. Ну что, авторитет. Вот так вот раздор вносится в дробь. То есть, как тебе подарили, а решать судьбу там буду я. Такой благодаря Гельферу. Это он. Не. Нет, ну что, это он меня еще обидел, что он такой, оказывается, благодаря. Подождите, вообще-то благодаря 9-му каналу. Кому мы подарим футбол? Не, я просто думаю, что чтобы Гендин особо не возносился, да и размерчик, по-моему, как-то... Размерчик универсальный. Я просто думаю, что мы должны эту футболку сделать неким таким призом и просто вот на нашу страничку Facebook. Можно ее вывести? Кто, да, страницу, лучше, да, всего напишет, чем хорошо жить именно в Днепре, вот кто такое маленькое сочинение сделает лучше всех, тот и получит эту футболку в подарок от нашей программы. В стихах, в прозе, как мы определяем? Неважно, главное качество. Мы поймем.